Все преобразовано, я сам уже, ну да, помните, та серия мы была Майнкрафт против Пу. Так вот, сейчас мы посмотрим, кого больше было голосов. И, кстати, там был участник один, когда мы снимали, мама Шерри, Альфа. Извините, что видео не пошло, я уже и так борюсь, вот. Извините, пожалуйста. Шерри там выбрала Майнкрафт и Пу. Мама Шерри, Пу просто. Вот, я тоже просто Пу выбрал. Рон, я тоже просто выбрал Пу. Итак, поверим. Итак, Шерри, Пу и Майнкрафт. Так, Шерри, Пу и Майнкрафт. Так. Альфа-пу, Оня-пу, Я-пу, Галя-пу, это уже 5, Захар, мой друг Майнкрафт, 5 из 2. Не знаю, что кликет этот хочет. Ну, наверное, он за Майнкрафт. Но он ничего не написал, поэтому я не могу ничего ответить. Так, моя мама-пу, 6, 7, 8. 8. Итак, выиграла, друзья. Пу-пу-пу. И, кстати, я росла с Пашей, и он тоже хотел пу выиграть. Он Майнкрафт вообще абсолютно не нравится. Да, друзья. И сегодня знаете, что будет? Очень интересно. Мне нравятся очень две игры. Пу. И Subway Surfers. Это где я назывался Dance Riches. Subway Surfers. Вот. Я уже понял название. Итак. И сегодня у нас будет Subway Surfers против Пугу. Вот это да. Мне эти две игры очень нравятся. Ну что, не будем тянуть. Поехали. Итак, Ронни, скажи про зрителям. Привет, зрители. Вы на канале Мастер и Кошек. И сегодня... будет Subway Surfers против Пу, да. Он был рядом со мной, да? Да, и, кстати, вот один канал. Да, такой. А вы заметили, кто это? Угадайте. Да, у вас есть 10 секунд. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Это я, Роша, вот это черненький котик. Угу. Ну вот. Вот черненький котик такой, черненький. И он с игрушками накрывается этот, да? Да. Итак, расскажу плюсы Subway Surfers. Плюсы Пу. Ой, Пу. Это мой Subway Surfers. Посмотрите. Все, что там есть, минус. Никакого. Плюс Пу. Все, что там есть, минус. Никакого. Пишите, будет Subway Surfers или Пу. И то, и то. Ничья, да? Да, ничья. А на нашем языке не то и не то означает ничья, н, да? Да, у нас так. Ну, по душарке спрашивать? Да. Если вы меня никогда не видели, вот я Роша. Да. И вы обязательно напишите в комментарии, а то практически все свои пишут. Мне нужно, чтобы и вы. Да, Роша, да. Ну, ладно, пойду к Фишере. Мама! Скажи привет, я снимаю. Ма, скажи привет, я снимаю. Привет. Ты напиши комментарий, что тебе больше всего нравится, хорошо? И, кстати, мой друг Захар, да, мне вот этот телефон почини, чтобы починил мой дедушка. Ладно, короче, по душевке у Альфы спрашивать, у них же нет канала. Аккуратно, аккуратно. А можно выскочить? Переступай. Ладно. Шерри, Альфа. Ага. А вот Альфа и вот Шерри. Шерри, Альфа, привет! 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 Ты снимаешь, да, я снимаю? Привет!
помните, вот это я была в 7-й серии? Такая резенькая. Помните, друзья? Наверное, да. Шека. И вот я такая резенькая. Мне 3 годика. Я родилась 25 апреля 2016 года. А я мама Альфа. Меня зовут Альфа. Мне 8 годиков. Я не помню, когда родилась. Меня Арсен не нашел. Когда он был маленький. Да. Вот. Они мне назначили 1 мая. Ну, Арсен не назначил. Да. Вот. Поэтому у меня день рождения 1 мая 2012 года. Да, у меня 2 июня 2012. Ну, да. В общем, Шара, что тебе больше всего нравится? Пу или Майнкрафт? Ой, господи, Subway Surfers или Пу? Смотри, Блюси и Subway Surfers. Просто все, что там есть. Ой, посмотрите, слизня. Да, слизня. Вот там просто слупана. Вот видите, слизня. Да. Да, да, так плюсы. Смотри, что там можно бегать, покупать такие блоки. Ну, в общем, все такое. Все, что там есть. А минус? Смотри, минус там. Смотри, ну, когда, ну, там бывают такие баги. Баги. Такие баги там есть. Что это? Что, смотри. Когда ты играешь, зарабатываешь, а потом, опа, у тебя все слетает просто до нулевого уровня. Ага, понятно. Да, у меня тоже самое было, помнишь, 2-3 раза. Нет, по-моему, 2. А, ну да. Вот плюс и пу. Все, что там есть. Просто все, что там есть. А минус пу. Никакого минуса, никакого. Ну, просто, что долго уровни идут. Угу. Что тебе больше нравится, пу или... Или Subway Surfers. Смотри. Мне больше, чем он нравится. Конечно же, Пу. Ну, а нравится мне и то, и то. Угу. И тебе Пу, и Subway Surfers нравится. Да. А тебе Альфа что? Смотри. Мне больше, чем он нравится. Пу. И, конечно, что такое Subway Surfers? Это я где играл. А, понятно. Так вот, мне, смотри. Мне не очень не нравится. И что тебе больше всего нравится? Пу или Майнкрафт? Ой, Subway Surfers. Пу. А Subway Surfers не нравится. Нет, не нравится. Ушел. Нужно было что-то нравится? Да нет, я просто... Ух! Мне нравится и то, и то. В общем, да. Ладно, друзья, вот такая была серия. Всем, друзья, спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока. Альфа говорит пока. Пока. Шара. Пока.